Группа компаний НЛМК стремится быть самой эффективной компанией в мире. Мы всегда конкурентоспособны, работаем над улучшением качества выпускаемой продукции и над увеличением производственных мощностей и снижением затрат. Сегодня рост объемов производства обеспечивается не только с учетом инвестиций и модернизации оборудования, но и с учетом проведения оптимизационных программ, направленных на снижение затрат. Единое технологическое пространство – это новая производственная модель, позволяющая контролировать качество выпускаемой продукции на всех ее этапах. Это система учета, планирования, совершенствования технологических операций на металлургическом производстве, начиная от добычи железорудного сырья, заканчивая металлопродукцией с высокой добавленной стоимостью. Мы сделали технологический процесс, соединили все предприятия в одну единую команду. Предприятия группы компании НЛМК работают как единый производственный механизм, что дает возможность стать лидером мировой металлургической отрасли. Группа компании НЛМК обеспечивает финансовую устойчивость в период нестабильности на мировых рынках, что дает возможность благоприятно чувствовать себя персоналом. Да, я горжусь Новолипецким металлургическим комбинатом, что работаю здесь.